томат паскалис пикардии. Растение индетерминантное, высокорослое. Формируется в 2-3 стебля. Требует солнечного места при выращивании. Отличается хорошей завязываемостью и урожайностью, длительным плодоношением и хорошей лёжкостью. В плодовой кисти от 5 до 7 завязей. Помидоры удлиненной формы с острым носиком, красно-малиновые с фиолетовыми плечиками. Массой 50-100 грамм. Внутри темно-малиновые, плотные, мясистые. Мякоть мармеладная, упругая и сочная, очень хорошего сбалансированного вкуса со сладостью. С одного растения можно снять до 3,5 килограмм помидоров. Назначение томата универсальное.